Два лицея города Волконежто имени Должненко и Молдавский получили по одному автобусу для перевозки учащихся. 1 апреля состоялась торжественная передача автотранспорта этим учебным заведениям. В церемонии приняли участие глава Гагаузии Михаил Формузал, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, заместитель Башкана Иван Крецу, начальник управления образования Вера Балова, депутаты от Волконежт Виктор Петриогл, Роман Тютин и Виктор Петриоглу, руководство района и города. Поздравляя учащихся и педагогов с этим важным в жизни учебных заведений событием, Башкан Гагаузии отметил, что приобретение автобусов стало возможным благодаря слаженной работе органов власти Гагаузии всех уровней. Исполнительный комитет выделил 1,5 миллиона леев на покупку автобусов. 1 050 000 добавило Министерство просвещения республики. Всего закуплено 3 автобуса, 2 Волконежским лицеем, а третий – школе коммуны «Свет», где также остро стояла проблема с доставкой учащихся в школу из отдаленных от центра микрорайонов этого населенного пункта. Как мы сегодня решили этот вопрос? Пожалуйста, и Министерство образования выделяет ресурсы, и Гагаузия выделяет ресурсы. Все вместе. Вот эти автобусы, к ним надо очень бережно относиться. Потому что в каждом из этих автобусов есть частичка труда и налогов ваших родителей. Поэтому к ним надо относиться бережно. Не ножиком ковырять сиденье там. Поняли, да? А очень бережно относиться. Я хочу вам сказать всем спасибо, что вы встретили так тепло нас с председателем Народного собрания Гагаузии. И дальше тоже мы будем уделять еще больше внимания. Вместе будем решать эти вопросы. В этот прекрасный солнечный день всем вам мира, добра, здоровья и всего самого хорошего. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов также отметил высокое внимание местных властей и депутатов к нуждам жителей Волконежт. «Мы стараемся уйти от политики и больше внимания уделять экономике, образованию и социальной сфере в нашей Гагаузии. И сегодняшнее мероприятие тому подтверждение», отметил спикер законодательного органа автономии. Дмитрий Константинов поздравил педагогов и учащихся лицеев с новыми приобретениями. Вера Балова, начальник управления образования, это событие назвала историческим. Добрый день, уважаемые преподаватели и гости этого события. Оно историческое, потому что впервые за последние, наверное, 20 лет так получилось, что Народное собрание и Исполнительный комитет Гагаузии изыскали средства для того, чтобы передать в собственность школ данные школьные автобусы. Это очень важно для того, чтобы вы вовремя, ребята, приезжали на учебные занятия, чтобы учителя не нервничали, что вы опаздываете. Приобретение автобусов именно для этих двух учебных заведений символично, отметила Вера Балова. Волконежский лицей имени Должненко – один из самых крупных в автономии, в котором обучаются 826 детей и входит в десятку лучших по успеваемости на территории региона. А Молдавский лицей – это второе учебное заведение в Гагаузии, где обучение полностью ведется на государственном языке. Здесь учатся 239 детей. Этот лицей отмечен тем, что в прошлом году по итогам экзаменов ни один выпускник не получил отрицательную оценку. Руководителям этих учебных заведений в этот день торжественно вручили документы и ключи от школьных автобусов. Всем удачи! В автобусы очень комфортабельные, удобные. Мы постараемся их беречь. И хотим вам сказать спасибо за то, что вы оказываете такое большое внимание учебным заведениям. Для нас автобусы это было что-то заоблачное. Мы считали, что это разговоры просто. Но в результате слаженной работы Исполнительного комитета, Народного собрания, Министерства образования эта мечта реализовалась. И я бы хотел сказать от имени вас огромное спасибо за то, что эта мечта воплотилась. От имени всех учащихся нашего лицея я хочу поблагодарить Башкана Гагаузии, Народное собрание и Управление образования за этот прекрасный и очень необходимый для нас подарок. Ежедневно более 30 учеников добираются до нашего лицея на комфортабельных и очень удобных автобусах. Спасибо вам большое. Это знаменательное событие волконежские лицеисты отпраздновали небольшой музыкальной программой.